Да, и капучино. Капучино-мейкер – это просто вещь. В общем, полное совпадение фамилии, имени и отчества. И кто-то получил мою посылку и забрал ее домой. Качество просто отличное. Все, пользуюсь и радуюсь теперь. У меня белый виноград, я красный не ем. Также у меня тут оливки, чабата. И у меня... А вот и полки, мы уже дошли. Да. Полки под там телевизор. Девочки, да, телевизор, видимо, вот там и тумбы. Мне. Тут огромный выбор диванов и вообще всего. Здесь просто огромный магазин сделали. Ну, там я так понимаю, на всю территорию Ашана и еще больше даже. Да, состаримся, возьмемся за ручки и будем кататься на двух креслах-качалках. А может, двухместное одно возьмем? Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Вот такая пицца. Вкусная, с базиликом, помидорками, оливками, каперсами. В общем, вкусняшка. Ты рисовала что-то на капучино моем? Да, и капучино. Капучино-мейкер – это просто вещь. Псаная печенька, капучинка. Ну-ка. Садимся вкусненько завтракать. Рецепт теста будет в инстаграме моем. Так что проходите, подписывайтесь. Ссылочка будет внизу в описании. В общем, всем, кто тоже кушает, желаем приятнейшего аппетита. Саша сказал, что я как из рекламы стирального порошка. Все светло. У них обычно такой стиль одежды в рекламе. Все сфокусировано именно вот на том, что у тебя очень опрятная чистая одежда. То есть белое и светло-голубое. Ну да. В общем, мы собрались. Я сегодня снова сделала тинт. Я сейчас вообще часто его делаю, потому что он, конечно, очень удобен в плане того, что вы нанесли, и весь день ходите, и все классно. Максимум, чем я пользуюсь, это бальзамчиком. Кстати, вот такой Соли пришел, вообще классный бальзамчик, нравится мне. Мы планируем купить сегодня полку, наконец-то, под телевизор. Поедем мы в магазин Хофф, поскольку в Икее ничего так и не подобрали. Зато в Хоффе... Хофф, привет! Хофф, да, зато в Хоффе вроде как нам приглянулась полка. Также на почту сейчас заедем. Ну, в общем, есть всякие интересные новые у нас планы на сегодня. И поехали с нами, конечно же. В Краснодаре вот кайфы у котов не меньше, чем в Сочи, смотри. Вот это да! В общем, знаете что, у меня пришло 3 посылки отслеживаемых. Они именно мне пришли сообщение, что они на почте. И, конечно же, еще неизвестно, сколько не отслеживаемых. Поэтому сейчас зайдем на почту. Ну, вернее, Саша зайдем, зайдет. Посмотрим. Да, что там есть. Пришли посылочки. Представляете, вот эта посылка, посмотрите, она уже без упаковки, только в пластиковой вот этой вот полиэтилене, или как-то в пенопласте, в общем, эта посылка, потому что, оказывается, представляете, вот так случилось, что есть Сашин однофамилец, одноименец. В общем, полное совпадение фамилии, имени и отчества, и кто-то получил мою посылку и забрал ее домой, и потом посмотрел, что это не его, и принес назад. Так что большое, конечно, спасибо. Есть добрые люди, вернули мою посылку. Я очень рада этому, потому как, ну, конечно же, я свои посылочки жду, и, ну, в любом случае, я бы скоро открыла и деньги вернула, но, как бы, жалко и продавца, и самой хочется товар получить, поэтому хорошо, что попался такой ответственный однофамилец, и вот мне посылку вернули. Вот так вот. Давай нож, скорее. Я хочу знать, что там мне. Что он там такое вернул, что ему даже не пригодилось. Я шучу, конечно, вернул, потому что молодец просто. Так, сейчас откроем. Добросовестный просто. Да. Смотрите, что тут было. Чехол долгожданный. Он такой градиентом идет от светло-светло, ну такого бежево-персикового. И до розового. И он такой, как стеклышко, блестит. Надеюсь, вам видно на солнышке. А сбоку черный. Сейчас одену на телефон всю эту красоту. Ура! И мы уже приехали на парковку. Так получается, что Хофф находится внизу на парковке Ашан. Он переехал в более большой, как бы большое помещение. Мы раньше ездили в торговый центр Озмол, но это прям далековато от нас. А теперь он находится ближе, и это классно. Сейчас мы припаркуемся. И пойдем покупать полку для телевизора, наконец-то.
Да, видимо, вот там и тумбы. В море диванов плавали. Идем в сторону тогда тех мест, где есть телевизоры. Там по-любому и полки. Это как бы логично. Тут огромный выбор диванов и вообще всего. Здесь просто огромный магазин сделали. Ну, там я так понимаю, на всю территорию Ашана и еще больше даже. А вот и полки, мы уже дошли. Да. Полки под там телевизор. Ждем свою полку, мы выбрали. Потом покажем вам ее. Не знаю, сегодня, но на днях покажем. Прикольно. Да, состаримся, возьмемся за ручки и будем кататься на двух креслах-качалках. А может, двухместное одно возьмем? Вот такой план. И мы уже дома. И, в общем, прикупили тут кое-что. Сейчас покажу, что. И также, конечно же, купили полку. Ура, ура! У нас теперь есть полка под телевизор. Но сегодня мы ее собирать не будем. Потому что уже вечер. И мы хотим, в общем, отдыхать. У нас был такой длинный день сегодня, вот правда. Поэтому, в общем, у нас в планах ее собирать на днях, когда будет больше свободного времени. Сейчас у Саши много дел. Мы ездили практически целый день по всяким его разным делам. Много всего случалось. Помимо покупок, конечно же, в нашей жизни есть и дела. Поэтому вот соберем, когда будет время. Скорее всего, через несколько дней. И тогда я обязательно засниму, покажу, как выглядит наша красавица. Смотрите, я же, кстати, чехол-то одела. Какая красота. Сейчас. Вот как он выглядит. Не знаю, видно ли вам. Надписи здесь еще есть. Такие на чехле. Очень красивый. Я прям очень довольна им. Качество просто отличное. Все, пользуюсь и радуюсь. Теперь чехолом. Чехолом. И тут еще у меня посылки, я уже тут пораскрывала, но вот тут еще непонятно что, там все в подушке, надо будет раскрывать. Также купили вот такие оливки без косточки, в Пятерочке скидка на шоколад. И там нет, там не две по цене трех, не три по цене двух, это просто нам захотелось взять три штуки, потому что я просто растапливаю шоколад и делаю сырки. Поэтому взяли вот столько шоколадок и одну сегодня хотим покушать, темный шоколад. От Альпенгольд. Газировку, как обычно, взяли. И еще также вот такую колбаску с салями. Мы ее постоянно, кстати, берем. Очень вкусненькая. Вот такие у нас покупочки сегодня. Да. Наливай. Уже переоделись. Сейчас будем. Что наливать-то? Газировочку. Газировочку? Да. А ты мне ее открой. Ага. В общем, переоделись, сейчас будем отдыхать, что-нибудь посмотреть хочется уже. И такие пока планы. У нас ужин. Карпаччо у Саши с красным базиликом. Оливки. Это чебата. У Саши красный виноград. Тут еще горький шоколад. Как это называется? Салями? Салями, да. Салями. У меня белый виноград, я красный не ем. Также у меня тут оливки, чебата. И у меня зеленый базилик в карпаччо. Бокальчики. Будем сейчас садиться, вкусненько ужинать. Вот такой вот план. Кстати, даже без скатерти я ее постирала, но не погладила. Но у нас и так красивый стол. Да? Красивый. Угу. Так что садимся вкусненько ужинать. И всем, кто тоже кушает, желаем приятнейшего аппетита. Эй. В общем, ребята, будем ложиться спать. Посмотрели, повалялись. И очень уже хочется отдыхать. Так что спасибо, что сегодня были с нами. Всем желаем отличного настроения. И увидимся с вами, как обычно, завтра.
Всем счастливо и всем пока-пока.